сегодня, 18 июня, в 120 километрах от Торонто, в Арилии, проходит байкеровское шоу. И я с друзьями здесь. Красота! В байкеровском шоу полиция демонстрирует свои красивые мотоциклы. Вот такие красавцы. Блестят. Вот так полицейские открывают байкеровский фестиваль. Такие фигуры выписывают на своих красивых машинах. The team members will now continue to either end of the track. Cars will actually touch. Two riders on their motorcycles moving in unison with the double weave. Sata. Here he comes. The moving circle. And here they come to thread the needle. Ladies and gentlemen, boys and girls, there you have it, the golden helmets and the reverse circle. Notice the fun that the officers are having by the smiles on their faces. Ladies and gentlemen, boys and girls, presenting the closing review of the Ontario Provincial Police Precision Motorcycle Riding Team, the golden helmets. Please give them a final round of applause. In unison. А после шоу можно подойти к каждому полицейскому и пообщаться, задать вопросы и посмотреть на эти интересные машины. Новейшие модели Харли Дэвидсон. И можно получить автограф вот от такой прекрасной девушки Лизы. Я случайно обнаружил галерею. Это галерея художников Криса и Дуга. Вот эта скульптурка стоит не больше, не меньше, а 25 тысяч долларов. Этот орел. Интересная скульптура. А вот этот столбик из дерева, такой большой и красивый, стоит 6 тысяч долларов. Байков на продажу. Есть даже вот такие интересные личности. Тут я обнаружил Харли Дэвидсон 1903 года. Вот такая машинка. Можно только сказать: вау! Антиквариат. Вот еще. Это что-то интересное такое, трехколесное.
а здесь играют в игры на байке. Кто быстрее? Байкеры расположились вдоль озера. Здесь прекрасное место, где можно отдохнуть и продемонстрировать свои возможности. И показать возможности своих машин. Вот такой орел. Okay, Tony, I think we're just about set to go. Старт, внимание, марш. Next heat, as we come down to our belief, we've got five heats, so there's one rider off the course, foot down. Here's one of our big Harley riders with the beard doing a great job. Hanging on right to the end here. Still up, still up. Hop out of the hand here. Great job here for number 16. And that is Rick on the Harley Davidson. Great job, Rick. You're through. Чемпионы, кто медленнее проедет. Женщины тоже не отстают от мужчин. The other two ladies about to complete feet down. And here is number 22. And Judy lays it down, but will win it. We're going to stop Judy over here. Judy's wait right here. А теперь кто меньше? Какая девушка справится лучше с этим заданием? Пока кто-то соревнуется, можно и отдохнуть таким вот способом. Поехали. Хорошо. Хорошо. The near lane here, I believe. They're going to try it this way. There's one, and there was two. But I think ideally you go down the first lane, you throw one hammer, you miss into the middle. It's getting tougher now. Into the middle. Yeah.
продолжает шоу байкеры. Такие смелые ребята.